Доброе утро всем. Вышли наши хулиганы играть, гулять. Пробежка перед занятием. Сегодня занятия, как вы поняли, будут у нас здесь. У Армы и у Спайка вместе. Арма у нас еще 2 дня, у нее где-то течка. Невыездная Арма. Не выходит у нас. Гуляем только здесь, недалеко по городу. На площадку мы не ходим, в парк. Там собаки. Не дай бог, кто-нибудь пристанет. Дни, конечно, у нее уже не вязочные. Прошли эти дни для вязки. Но, получается, ей будет некомфортно заниматься. Все кобели будут бегать к ней. Это первое. Второе, мы, конечно, ухудшим прогулку для других собак. Другие собачки кобели, то есть... Будет отвлекаться на запахи Армы. Фу! Если мы... Нельзя грызть мечи. Нельзя грызть, Арма. Вот. Спайк сегодня тоже на площадку не пойдет с Бертой. У нас такая погода. То снег, то дождь. Такой вот сейчас снежок. Утром был с дождем. Сырость. Ой, Спайк. Ой, такой брожуля. Ой, такой с мячиком. Арма, не грызи. Нельзя грызть. Сейчас заберу мяч. Вот, бегаем. Спайк. Спайк, давай колечко кину. Подожди. Дай. Арма, дай. Молодцы. Отпустили. Готовы бежать. Так, сегодня занятий много показывать не буду. Каждый день одно и то же. Смысла в этом не вижу. Вы смотрите мало просмотров, поэтому... Будем снимать реже. Вот. Вот они, колечко, конечно, они. Мне. Ой, Спайк, давай сюда. Бедненький, закопался в этом колечке. Иди сюда, малыш. Иди помогу. Давай, Спайк. Нет, он говорит, я сам управлюсь. Я мужчина. Я мужичок. Арма. Так, Спайк. О! Ох, опять он залез в это колечко. Хулиганчик. Давай. Дай. Фу, ну то нельзя. Нельзя. Ждем. Апорт. Кто первый? Спайк первый, Арма забрала, конечно. Сейчас он заберет у нее. Вот вдвоем носят, им нравится так вдвоем. Хорошо, хорошо. Вот, не дерутся, дружненько, молодцы. Хорошо, умница, Арма. Вышли сначала мы гулять, еще и барона взяли. Но Арма этого барона бедного, она его насильничает что-то. Проявляет к нему какое-то насилие непонятное. Прыгает на него, скачет, грызет его. В общем, как-то она его так любит непонятной любовью, знаете. Как садистка какая-то. Вот, бароша терпел, рыкнул и убежал от них. Говорит, что это такое? Ну вот, пошли у них теперь другие игры, борьба. Спайк уже, видите, поменьше пристает, я его отучала. Он знает команду, фу, или ну нельзя под хвостик лезть, нельзя к Арме. Арма с ним что-то играет так немножко-немножко, потом не это, не хочет с ним играть. Я думаю, что он такой мощный, приставучий, как сказать, он такой... терпеливый, напористый, упертый. Вот поэтому это да, приставучесть. И мне кажется, он мощный. Она его как бы остерегается сильно. С ним начинает рыкать. То есть ей больше нравится вот с бароном. Овчарка. Если барон бы еще ей как-то отвечала, он же молчит, стоит. Она его теребонькает. Конечно, она борзеть начала. Фу! Спайк нельзя. Вот видите, еще он телодвижение совершает. Конечно, ничего он не сделает, но не надо учить собаку. Нельзя! Строго команду, прям как выстрел. Ох вы! Хулиганы. Так, пусть маленечко разминка перед занятием. Завтра посмотрим, кто пойдет на площадку. Посмотрим еще по погоде. Вот такая вот вода. Вот видите, здесь у нас еще на участке ничего так. Снежком засыпало. А на дорогах
идешь, это вообще что-то. В парке хорошо, вчера вот ролик снимала, хорошо там гулять. Там такой снежок, мокроты нет. Вчера Спайк работал при раздражителях, молодец, не убежал. Надо как-то арму выводить, сейчас закончатся эти дни. Наверное, на эти занятия групповые, если погода будет хорошая, воскресенье, арма пойдет, наверное. Спайка брать не буду. Фу, Спайк нельзя. Я все вижу. Потому что пойдет Берта. Если вдруг они будут там разбегаться, что-то не слушаться. И мне надо за другими наблюдать. И за своими это будет сложновато. Надо арму брать одну с Бертой. Спайк на этой неделе без групповых. Но он в парк еще уже ходил. Завтра посмотрим, кого возьмем. Спайка, наверное, с Бертой. Армочка еще дома. Так. Нельзя. Полез. Фу. Хулиган такой. Скажи, я по зову. По зову. Он не понимает, конечно, животинка. Прет что-то. Скажи, не виноват я. Она сама, скажи. Такая девчонка. Вот они как играют миленько. Так что, ребята, занятия показывать не буду вам. Вам это... А, нет, покажу. Нет, вру. Вру я. Покажу немножко. Мы намордники сегодня будем изучать. Вот видите, намордник у меня Спайка, армы. Я за вами наблюдаю. Вас одних не оставляю. Сумочка. Будет у нас выдержка в намордниках, конечно. Но будем учить намордники. Ну и, конечно, как всегда, работа ко мне место, связочки рядом. Арма, видите, что делает? Лапки грызет ему. Моську его. Вот он терпеливый. Вот что стаффорды, что вот питбули. Очень удобные собаки. Они такие терпеливые и необидчивые. Вот смотрите, сейчас она хотела его... Не знаю, удастся показать. Нет, она его берет, моську его, видите, он покусывает, ну, без ранок, конечно, ничего такого ему не совершая. И он молчит. Ой, попали, гололед небольшой. Арма. Вот, разыгрались. Даже жалко их разнимать. Хочу показать вам, как она ему. Спайк. Наша палочка-ограничитель. Вот он его покусывает. Ой. Ой, такие. Эти, это как объятия. Фу, нельзя. Видите, как отскочил сразу. Нельзя. Играть можно, нюхать там нельзя. Так, ладно, все, Спайк, у тебя уже пошли другие игры. Арма еще. Нельзя. Соскочил. Спайк, иди сюда. Спайк. Хулиган. Так, все, разнимаю их. И строимся на занятия. На место пошли. На место. Сюда идем. Место. Спайк, молодец. Арма что-то его остерегает. Спайк, место. Все. Все, давайте по местам. Иди сюда, Арма. Арма, место. Нет, не дает он ей на место. Так, ладно, буду их разнимать. Спайк, фу! Хулиган такой. Ой, ребята, это уже какая попытка, пятая, наверное, снять ролик. Наши хулиганы-убеганцы ведут себя отвратительно. Вот Спайк вместе с Армочкой ведет себя ужасно. Без Армы он хорошо себя ведет, с Армой плохо. Арма ведет себя хорошо, спокойно. Вот Спайк почему-то валяет дурака. А, короче, вот видите, я их поймала, зафиксировала, одела намордники. А собачка должна себя чувствовать в наморднике спокойно. Для этого я их, вот, кушая, Армочка, подкармливаю. Извините, одной рукой очень неудобно. А, через намордничек. Фу, Арма, нельзя! Так, опять все косячно получается. Кушай. Фу, сказала зачем-то. Так. Ой, откорябали носик тебе немножко, да? Малыш. Чуть-чуть носик. Подожди, Спайк.
Вот не очень неудобно, конечно. Ну, попробую сейчас я ему. Вот, закинула в намордничек я ему вкусняшечку. Носика корябала ему. Немножко армочка. Сейчас только увидела. Ну, ладно. Ничего страшного, крови такой нет. Просто розовенькое пятнышко. Хорошо сидеть. Про наморднички. О, батюшки, Спайк. Перевозбужденный рядом с Армой. Ну, ладно, не обращаем внимания на него. Так вот сделаю, попробую не ловить его вниз. Но это природа. Вот. Чтобы собака носила намордник комфортно. Ой, нормально, хорошо. Более-менее спокойно. Обязательно подкармливаем ее через намордничек. Успокаиваем. Хорошо сидеть. Ни в коем разе в наморднике не наказываем. Никогда. Вот. Если собачка чувствует себя плохо, вы начали обучение, она себя плохо чувствует в наморднике, начала его снимать, что-то не нравится, усадили спокойненько, сняли, накормили и опять одели, успокаиваем. А насильно намордник не одеваем, только спокойно. А, то есть собака не должна на него обращать никакого внимания. Так, Арма, вот видите, Арму, конечно, хозяева учили наморднику, она его знает. Но в нем вела себя плохо. Сейчас я вот переучиваем мы намордник. Фу, нельзя, Арма, сидеть. Переучивать это очень тяжело. Если вы не умеете правильно с намордником обращаться, научить собачку не можете правильно намордником, не знаете как, лучше обращайтесь к специалистам, потому что можно все испортить. И собака будет принимать намордник, сидеть как наказание. Она должна к нему относиться нейтрально, сидеть. Вот у Армы такое отношение. Все, хорошо, сидеть, моя сладкая. Вот успокоила ее, и сейчас мы ей скинем. Сидеть, сидеть, моя хорошая, сидеть. Обязательно покормлю. Хорошо сидеть. Потом еще оденем. Спайк, Спайк у нас молодец. Сидеть. Аккуратненько сняла, чтобы он не сорвался. Сидеть. Молодцы. Так, ты куда собрался? Вот видите, как ведет себя. Сидеть. Хулиганты. Все, сидим, дети. Вот, это про намордник. Мы будем продолжать наши занятия дальше. Вот, я вам показывать больше снимать не буду. Мне в намордниках неудобно корректировать, контролировать и еще делать съемку. Всем хорошего дня, ребята. Всем пока. Приходите к нам еще. Что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы. Чем смогу, помогу. На этом все.